у вас с чего это все началось? Вот тут просто, блин, туда же. О боже мой, что они за дебилы? Мне нравится, как проходит рядом официантка и смотрит на них, как на идиотов просто. Типа, что вы тут, блядь, делаете? Капец. Вот-вот, где он научился прятаться для этой, как его, Якуза Кивами, вроде, да. Где он прятался в Маджима Everywhere, здесь, вот он так научился, короче. Он начал с этого, а потом перешел на эти... На это с мусор и канализация, короче. Вот это, да, это эволюция, блядь. Я просто там смотрю, что за пиздец. Вот это пиздец. Сука, на, держи. На, вот так тебе, понял, блядь, нехер мне тут. Хуякс! Я теперь настоящий пират. Осталось мне найти попугая, и все. И пиздец. Я буду Джеком Воробьем, блядь. Маджима Воробей, блядь. Маджима Воробей. Со своим... И вместо этих людей на корабле у меня, короче, работать на мне будут девочки из кабарета. Это будет просто прекрасно. Просто дурка какая-то. Это ужас какой-то, блядь. Я не понимаю, как он это сделал. Он просто стоит... Вот представь, ты какой-нибудь, ну, как его, бандит, типа. Ты, короче, просто, ну, там, стоишь на улице с друганами, там, ходишь, находишь людей, которых избиваешь, потом крадешь деньги, такие вещи. И тут приходит мужик, ты такой, окей, сейчас мы его ограбим, все будет заебись. Он берет, достает, блин, огромную пушку, из которой стреляет целыми ядрами. Огромными, блин, ядрами. Как пират, только у него корабля нет, и поэтому он сам корабль, он свой же корабль, это просто... Я бы перестала сразу с ним драться, он кого-то бы вытащил, я бы такая, нет, до свидания. Я узнал, как эти поезд, ну, как вы видите, я два человека уже. Так, то есть надо сначала прицелиться, потом, опа! Все, я теперь поняла, в чем дело. Блять, сюда. Не, я теперь поняла, как эти поезды, бля, капец, сложно, блин, тут столько надо всего нажать одновременно. То есть, и опа. И правая кнопка мыши. Хопа. Клуб Венеры. Как я понимаю, это многое говорит о людях, которые в ней работают. Ну, это многое объясняет об их хостах, как я понимаю. Это вы думаете, что это название? Это предупреждение. Это не название. Короче, я теперь могу скидывать деньги между персонажами, перекидывать их через этого пацана. И даже предметы. Сейчас я не могу, потому что Кирю должен тоже его найти и кинуть ему деньги. Но, по идее, я могу инвестировать свои деньги сейчас у Маджима в Кирю. И это будет 10 миллионов йен. What? Don't get to choose how much I put in. Let's just say this cuts down on paperwork. Anything smaller than his. То есть надо хотя бы... То есть минимум надо 10 миллионов дать. Окей. Okay. This amount of cash flowing through the system to get rewards. Oh, come on, do I look like the kind of guy who just skipped town after taking your money? I'm quadrillionaire. Yeah, and like I said, you look like a flashy used car salesman. It always makes a difference between a rich guy and a scammer, you know. Alright, be careful what you deal with. Alright, never make a fortune trusting people that easily. There's too many sharks out there who'll do anything for a buck. Yep, it's a tough world. But I'd sooner live life a beggar than stop trusting people. I'll tell you that now. I didn't take you for the miserly type, Majima-san. My bad. I'll be sure not to bother you again. Okay, okay. We can start with the guilt trip. The amount's fine. Jeez. Excellent. Now, where was I? So this time your contribution is 10 million yen. Are you ready to invest? То есть я могу сейчас кинуть 10 миллионов йен Кирю, что мод их забрал. И сейчас им, ну, им пользоваться им, как бы, да? Вот, но при этом я могу, по идее, с Маджимой забрать деньги Кирю. Но я то, что Кирю пока еще не встретил его, поэтому он пока и не инвестировал деньги, я не могу подобрать их. В принципе, это полезно, то есть это можно, типа, если, например, у одного персонажа очень мало денег, а у второго дохуище, ты можешь просто кинуть через этого персонажа на другого, и все. И как бы все деньги, типа, будут общие. Также тут предметы, они тоже общие. Становится, там есть прям коробка, типа, с общими. Это еще прикольно. То есть, если подумать так-то, хотя понятно, что вот эти вот сайд-миссионс, они зачастую никак не связаны с, как бы, с каноном, да? На самом деле, Кирю и Маджима встречались уже очень давно, даже до того, как они реально в истории встретились, ибо они перекидывали друг друга деньги и объекты. Так что...
О, мне нравится. Я даже не замечал, что тут такой фокус. Видишь, это этот пацан, который играет, он это расфокусирован. Он так смотрит, он не знает, что происходит. Пиздец. Ну, короче, блядь, вот так. Я сразу не сразу понял, потому что он называет, кстати, он не называет его Кирю. То есть он называет его Кейсан. Я даже не сначала поняла, что это Кирю. Он сначала говорил, этот пацан, когда объяснял, что это такое вообще. Он говорил, что типа, вот, короче, ты скидываешь деньги какому-то пацану Кейсану в Камурочо, который разбирает, раз это с этими, с недвижимостью. Делает всякую фигню. Занимается недвижимостью. Я такая сразу. Так, К, Камурочо и недвижимость. Это должен быть Кирю, потому что он в Камурочо. Его имя называется, начинается на К, и он занимается у меня недвижимостью. Так что все логично, блядь. Потом мне надо будет, когда я переключусь на Кирю, надо будет попробовать тоже найти этого пацана. Только я не знаю, где он в Камурочо, конечно. Вот, мне надо будет его найти и попробовать посмотреть. И посмотреть, как он объяснит ему. По-другому может. Ну, наверное, будет М-сан тогда, раз, да? Потому что это Кей, если Кирю Кей-сан, то Маджима будет М-сан, наверное, для него. Логично, блядь. Или М... Ну да, М-сан тогда. М-сан. Или М-хан. Самое интересное, что некоторые называют хан, а некоторые говорят сан. Как бы это одно и то же значение, но при этом... Вроде это... А, хотя вроде от территории зависит. Вот Маджима вроде говорит хан. Вот я не понимаю, эта игра больше сделана для кого, блядь? Потому что тут как бы вот, ну, куча девушек, да, и типа таких милых азиаточек и все такое. Там, с которыми можно общаться, там, на которых можно смотреть на видосы, да, как бы кажется, что вроде как больше для пацанов. Знаешь? Но при этом, блядь, тут моменты, где мужики, они такие тут охуенные, так сделаны, что я даже не знаю, что чувствовать, блядь. Они просто высасывают все из моей бисексуальной души. Это невозможно просто. Тут и девушки, и мужчины прекрасно. Не знаешь, что мне делать в своей жизни. Я вернула нормальную музыку. Так, что происходит? Во-первых, мы ищем... Как ее, блядь? Ну, я не знаю, как на русском, все забыла. Ща. Ща. Да, бля, хватит махаться. Че? О. А ничего себе, а нихера себе, сколько мне еще всего надо открыть, чтобы было 100% прохождения. Так. Уксус, о, все, мы ищем уксус, короче. Какая-то баба сказала нам, что мы сейчас придем, если мы сейчас зайдем в ее клуб, и с ней потусим, то она нам даст какого-то хуя уксуса. Не знаю, какого хрена у них там уксус вообще есть. Но в ответ мне ничего не дали. Сказали, что я должен платить 100 тысяч йен, хотя у меня их и так больше намного. И для меня это копейки на самом деле, но в истории это не копейки. Вот. You still gonna try to rip me off? No, I wouldn't dream of it. Please forgive me! Так все заебало. For crying out loud, how did I get myself into that? Oh crap, I forgot all about the vinegar. I'm really gonna catch hell from Yuki-chan now. This place. Это то самое место, куда мы хотели посетить, чтобы осмотреться. Это один из наших противников. Club Mercury? This is Mizumura's place from the Five Stars. Damn. Ты избил их работников. Это ты избил их работников в ответ. I'm back! Little brat, here's a word of advice I give you to hot-blooded young men. Yeah, what's that? The five stars are evil, but going up against evil isn't always the good thing to do. What you're trying to say? Ты кому это говоришь, блядь, о Якуза вообще-то? Я был в мафии, я мафиозник, в смысле, блядь? Че мне тут говоришь про зло? Я сам зло. Йоура-чан. No, I should have told you much earlier, Majima-san. You damn right, you should. Look, we're in this for the long haul together, so we gotta be a team. If you're ever having a tough time, let's talk. Majima-san. Thank you so much. Majima-san. And you too, Yoda-san. What are you doing, just loafing around? We were having a heart-to-heart talk here, Yuki-chan. What's so important that you gotta interrupt? Vinegar is! I promise!
You two Wolof birds can get right back to when you give it to me. You did get some farm for me, right? We really need vinegar. Бля, все, Марш, пизда. Сейчас Марш умрет. Просто сейчас раз, так и в темноту, и мы переходим на Кирю, потому что Марш больше нет. I forgot. Ну все, тебе пизда. Majima-san, we now have more than 80 in the Club of Jupiter area. Yeah, right on. Which one was Club Jupiter again? Club owned by a man named Kizuka. He was the tough-looking guy out of the five stars who came by the other day. Мне нравится, как Majima просто всех забыл. Он забыл всех людей, которые идут против него. А какая еще забыла? Вообще похуй, так типа... Так кто? Когда один из них пришел, короче, прям в клуб к нам, он такой типа, ты кто? И там потом через несколько раз можно было, ну, поменять, что он, типа, о, узнал. Но я решила сделать так, чтобы он до сих пор его не узнал, типа, так, ты кто, блядь? И мне нравится факт, что он просто не знает. Так, ты кто? We know you'll protect us, Majima-san. Well, that's true, Mai-chan. I'll protect you no matter what happens. Мне нравится, как они просто все издеваются над этой... На Юки. You'll protect me too, right? Ты меня тоже защитишь, да? Конечно. Эй, ты сделал паузу. Тебе надо было это подумать? Мне нравится, как они все просто оба издеваются над бедной Юки. Ладно. Бедная Юки, над ней просто все издеваются, блядь. Так. Да, блядь, опять её начинает сталкерить. Вот это скидка с Club Jupiter. Чё за нахуй? Это прекрасно, блядь! О боже мой, это что это? О боже, это прекрасный план. Я обожаю эти миссии. Это так ржачно. Он просто спрятался. The Mitsubishi Yuki-chan, our club is just as great. We can go toe-to-toe with them. You're right. We won't be defeated. Shh. Someone's coming. Маршима, блядь, ты тупой, что ли? Нет, мне обязательно надо соскринить это. Я не могу это просто так пропустить. Как он их не заметил, блядь? Маршима, даже на него не смотришь. Ты смотришь в другую сторону. Маршима, как он их не видит? Я не понял. Ладно, еще Мажима, у него левый глаз, его просто нет. Он не может, потому что с левой стороны он это не видит. Но тот-то что у него там пирсинги, он такой весь типа крутой с хуя, он там стоит, их не видит, я не понимаю. А? Мажима. Мажима все лучше и лучше начинает скрываться, как я понял. Он все лучше и лучше скрывается. Вот это вот, я говорю, все началось с этого. Вот это начало его похождений в Мажима Everywhere, потому что... Please, I don't want you to take revenge. If we do, we're not better than the five stars. But no, we have to fight them fair and square, or this will have no meaning. So please, no acts of vengeance. Ты понимаешь, как ты разговариваешь? Чтобы просто дойти до магазина, мне надо разъебать там по три целых банд, понимаешь? Я плевать. Come on, wake up, Yoda-chan. Yoda-chan! Wait. This fool's breathing. You're right, he's snoring. Hey, Yoda-chan, wake it up! Дебил, блядь. Она сейчас говорит... Мы, короче, разговаривали насчет типа, какая девушке не нравится. Я выбрала там вариант... Нравится, кто нравится, короче, нет, типа, да? Она спрашивает, типа... Интересно, на какую бы девочку ты запал? Типа, на кого бы ты запал? Он пока не знает, он говорит, что не можешь представить ее. Но мы все знаем, что запал он на девочку по имени Кирю-чан. Так что... Кирю-чан. Вот, вот девочка. Кирю-чан. Представить он не может. Сейчас он не может представить, он не знает, кто это такой. Но потом, он как только... пройдется как-то по улице, увидит его, и сразу у него что-то кликнет в мозгу, и он такой Кирю-чан, просто сразу же даже не знает. Он даже толком не знает этого человека, он такой типа
Кирюча. Теперь у него такой вопрос. Это вы когда-нибудь издевались? Мне кажется, на свой вопрос сейчас просто Мажему в депрессию ведет и говорит, это за пиздец какой-то. Ничего себе, блядь, это вопросы. Его настолько издевали, что он потерял свой глаз, знаешь, так что да, очень сильно. Нет, не так уж много. Не надо тут, блядь, не обманывай. Тебя настолько булили, что ты потерял глаз, так что... Then what would you do if you ever saw something bullied? Ну, судя по тому, как я играю в эту игру, я сразу побегу помогать, ибо они мне могут дать что-то в ответ, так что... О, ну я... Конечно, я остановлю их. Я же герой. China got no tolerance for bullies. I especially hate fools hooking up on the weak. Long as I'm breathing, that crap ain't gonna fly. Majima-san, you're so cool. I've met so many people who could do the same things to people like you. Ты не поверишь, сколько людей я спасала, просто пытаясь дойти до магазина. Я просто пытаюсь пойти в магазин, и раз там человек 4 спасла, вот постоянно так вообще, я такой герой. У нас собирается команда людей, которые не могут найти уксус. Так вы пойдете искать уксус или как, блядь? Юки тебя разъебет, Мажима. Нет, Мажима так и не взял уксус. Бедный Мажима, он не может найти уксус. Мажима пытается найти уксус. Вот как будет называться этот эпизод. Мажима ищет уксус. О, Мажима-сан. The vinegar. You got it from me this time, right? I totally forgot. Сука. Это просто, блядь, это я не знаю, что это. Это пиздец. I totally forgot. Вообще такое лицо, типа, ну все, мне пиздец. Все, люди, это канон. Мажима боится букашек. Все, это канон. Спасибо за внимание. Все свободны. Мажима боится жуков. Все. Все, что надо было? Может, нам не нужна какая информация про Мажиму? Все, он боится больших жуков. Это все, что нам важно. Спасибо за внимание. Можете писать фанфики. До свидания.